Аграрий МРИЭЛ подводит итоги работы за первое полугодие. В региональном Минсельхозе дали оценку сложившейся на конец июня ситуации. К сегодняшнему дню практически все идет в соответствии с планами. Грамотная подготовка и благоприятная погода позволили успешно завершить весеннюю посевную кампанию и начать заготовку кормов. В этом году посевные площади составляют 308 тысяч гектаров. Это на 1000 больше, чем в прошлом году. Яровой сев в целом прошел на площади 164 гектара. В общем-то, мы запланированные объемы посеяли. В настоящее время идет уход за посевами. В активной фазе заготовка кормов. В этом году необходимо заготовить 25 центнеров кормовых единиц на одну фуражную корову. На сегодняшний день заготовлено более 200 тысяч тонн грубых и сочных кормов. Это без малого 40% от плановых объемов. И в сравнении с прошлым годом, это в 4 раза объем больше мы заготовили. Ну, здесь, конечно, благодаря тому, что и погодные условия были, способствовали в определенной степени, ну и готовность предприятий к данным работам. Работать без стресса и при этом держать нужный темп помогает государственная поддержка. Сельхозпроизводители могут своевременно закупить семена и удобрения, пополнять запасы топлива, обновлять технику. Приобретено 287 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 844 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем в прошлом году. И, к слову сказать, что в этом году, благодаря решению главы республики, из республиканского бюджета выделено более 100 миллионов рублей на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. И это за это отдельное спасибо Юрию Викторовичу. В целом господдержка в этом году на данный день мы оказали в сумме 774 миллиона рублей. Это 72% от общего лимита.